Бег на 30 метров с ускорением. Стартуют по два представителя команды. В зачет идет лучший результат. Помимо этого, прыжки в длину, а также перетягивание каната. Участники спартакиады, служащие государственных и муниципальных учреждений, социальные работники, сотрудники Центра занятости населения, пожарные. Всего 10 команд по 10 человек. У каждого персональное амплуа. Надежда Цымбал работает в Центре занятости населения, занимается танцами. Решила, что может помочь команде в беге. Это командный дух, во-первых. Во-вторых, это общение с коллективом вне работы. И это определенный адреналин. Сидим в офисе 5 дней в неделю с 9 до 6. И, конечно же, выходные вот такие активные, позитивные. Это будущий заряд на следующую неделю 100%. Это уже 8-я по счету спартакиада. Ее организует профсоюз. Соревнования проходят на базе 10-й спортивной школы. Уже прошли турниры по волейболу и мини-футболу. Легкая атлетика – финальная часть. Впечатления всегда яркие, удивительные, красивые, сногсшибательные, потому что, когда ты общаешься с таким количеством людей, которые не внутри спорта, а которые рядом с спортом, то есть занимаются для себя немножко, не профессионалы, но с каким азартом, с каким удовольствием они это делают, от них заряжаешься бесподобной просто энергетикой, и все это несется в дом, вся эта радость, все это счастье. По итогам трех этапов бронза у 11-го отряда противопожарной службы, серебро у Центра социальной защиты, золото у сотрудников 10-й спортивной школы. Неофициальный итог – своим примером удалось увлечь самых юных болельщиков.